Всем добрый вечер, народ. Короткий видос. Хочу поделиться с вами радостью, раззадорить немножко ваш аппетит. Я назвал этот поднос «желанный поднос». Как бы глупо это ни звучало, народ. Многие зожники, кто за зож, скажут, это вредно. А я скажу, чисто судя только по себе, отталкиваясь от своих достижений по спорту, по качалке конкретнее. Майонезы, пиццы, хот-доги, чизбургеры лично на мой организм вообще никак не влияют. Я не набираю вес даже в те моменты, когда перестаю заниматься по каким-либо причинам. А то, что находится на этом подносе, народ, я думаю, каждому по душе будет, даже самому заядлому зожнику, человеку, который за здоровый образ жизни. Офигенная пицца, которая пахнет четко. Роллы. Перечислять по названиям не буду, потому что я не все знаю. Подгончик от сестренки. Соус, васаби, имбирь. И теперь дело за малым. Подняться в комнату, включить какой-нибудь фильм или сериал, сесть и начать наслаждаться. Все, народ, завершаю видос. Пишите в комментах, есть ли среди вас борцы за ЗОЖ, и есть ли среди вас те, которые кайфуют от такой пищи, как роллы, пицца. Все, всем удачи, народ.